на моем канале. Сегодня мы приготовим домашнюю горчицу из горчичного порошка. Домашняя горчица очень вкусная, приготавливается без консервантов. И мы ее в основном используем это с мясными блюдами, либо с домашним вкусным холодцом. Для приготовления домашней вкусной горчицы нам потребуется 100 грамм горчичного порошка, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, но мы сахар вводим постепенно. Сначала 1 столовую ложку размешиваем, затем 2 столовую ложку. Растительное масло 1 столовая ложка. И воду добавляем до получения однородной массы, как на оладьи, так как в дальнейшем масса будет набухать. Итак, приступаем к приготовлению. Значит, воды ушел полный вот такой стакан полностью. Значит, сахар сначала мы добавили 1 столовую ложку, перемешали. Недостаточно было сахара, потому что вкус должен быть немножко островато сладкий. Вот, и добавили 2 столовую ложку. Сейчас все хорошо перемешали. Накроем обычной крышечкой и поставим в теплое место. Минимум нужно стоять на 5 часов. Вот, она постоит и будет у нас готова. Такая остренькая, вкусная горчица из горчичного порошка по-домашнему у меня получилась. Кушать мы ее будем с холодцом. Также предпочитаем кушать с мясными блюдами и с сосисками. Я надеюсь, мой рецепт вам понравится и вы его попробуете приготовить. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего, приятного вам аппетита!